Здравствуйте! О погоде на 30 марта Дарья Попова. Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин «Реал Маркет». Никак не можете завершить ремонт из-за высоких цен на рынке строительных материалов? Приезжайте сюда, здесь сэкономят ваше время и деньги. Хозяин, надо еще закупить. Хватит! Конечно, на все хватит. Если цемент 500 и по 285 рублей, ОСБ по 599, утеплитель УРСА по 420, а гипсокартон по 230. На любой ремонт хватит с магазином Реал Маркет. Оптовикам еще и скидка. Лунный календарь на четверг, 30 марта, советует вам как следует отдохнуть, позвать гостей, устроить вечеринку посреди недели. А красиво встретить гостей вам поможет дверь с уникальным дизайном от сети магазинов «Шикарные двери». «Шикарные двери» – это сеть фирменных магазинов на территории Северо-Запада. Это огромный опыт работы и товары комфорта и безопасности. Это приемлемые цены от 1000 рублей за высококачественный продукт. Большинство моделей в наличии, что позволяет завершить ремонт гораздо быстрее. Выгодное предложение для всех покупателей до 31 мая. Купи дверь, выиграй телевизор. Ждем вас на Фрунзе 11, Ленина 18, ТЦ «Рубин» и Маяковского 44, ТЦ «Южный». «Шикарные двери» открывайте с любовью. Весенняя сенсация для всех. Новая сезонная коллекция женской, мужской, подростковой и детской обуви от знаменитых брендов. Стильные фасоны, модные цвета и, пожалуй, самые трендовые модели. А также постоянные скидки от 20 до 50%. Хочешь всех обуть скорей? Лидер ждет к себе в гостей. В эти выходные пройдет выставка-продажа уникальных товаров для сада от компании «Садовод Экспо». Особого внимания заслуживает новинка этого года – чудо-теплицы, которая полностью заменяет обычные теплицы с поликарбоната, но стоит при этом в разы дешевле. Особой популярностью у садоводов пользуется наша чудо-теплица, которая состоит из легкого каркаса и европейского укрывного материала. Она имеет размеры полноценной теплицы. Высота 2 метра, ширина 2 метра и длина 3-4 метра. Такую теплицу собрать может самостоятельно любой садовод. Посещаем эту выставку не первый раз, нам очень нравится, приобретаем постоянно какие-то новинки. Вот сейчас решили приобрести вот такую новую теплицу, решили попробовать. В отличие от дорогих теплиц, эта теплица стоит всего 5600 рублей. Также можно приобрести чудо-лопаты и многое другое. Купите эти уникальные товары для сада в городе Котлас можно 1 апреля с 9 до 12 в Котласском ДК. Магазин «Семена» на Маяковского 32. Все для обработки земли, теплиц, деревьев, кустарников и картофеля перед посадкой. Средства и обработка участка от клещей, семена, цветы, парники, гармошка по выгодным ценам. В четверг в Котласе вновь будет пасмурная погода, возможен небольшой снег. Температура воздуха днем 5-10 градусов ниже нуля, ночью от минус 6 до минус 10 градусов. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, атмосферное давление чуть ниже нормы. Всего вам самого доброго! С вами была Дарья Попова. Приходите поддержать меня на конкурс красоты «Мисс Котлас 2017». Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию. «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат», второй этаж. Образ ведущей от школы идеальной красоты на Луначарского 12. Внеси в свой стиль особый шик.